Я тогда такую спою. Не знаю, как воспримется. Ну, самая последняя такая злободневная зарисовка. Начнется наше сердце от многолетнего дурмана и спросит, где ему погреться у малышки великана. И отвечает ему сердце: детства не знаю никакого сердца, иди бомжуй в другое время, не порти детям настроение. Искать местечко, где погреться. И отвечает ему детство. Отвечает ему детство. О, где же были раньше люди? Когда? Когда нас перепрошивали простым убийственным вопросом. Вот когда выйдете вы в люди, тогда узнаете о сердце. И по законам пьяных улиц я лет 15 практикуюсь. И я не знаю, если честно, зачем же людям нужно сердце. И побежало дальше сердце искать местечко, где погреться. О, где вы, люди? И отвечает ему детство. Все люди пашут у орудий, у орудий труда. Пока работают все люди, нас дрессирует мамонархия. Можно надеяться на чудо, но на дворе давно уже идет, но на дворе уже идет война. Пароли свои порвали атмосферы военных планов микросхемы. И кто успели, забашляли, скрылись по туннелям. Лишь только маленькое сердце не знает, где ему согреться. Согреться. Ну, это такая зарисовка. Свежая, я подкую. Может, Дим, гитару старую сейчас? Сейчас спою, и ты вынесешь, да? Хорошо. Thank you.
темы спою более такую мелодическую песню. Thank you.